Началось это много лет назад. Тогда я был профессором в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, параллельно выполнял роль некий продавец, коммивояжер энциклопедии Британики, постучался мне в двери, захотел мне продать соответствующее издание. Он меня спросил: господин, чем вы занимаетесь? Я говорю: профессор менеджмента, давайте с вами взглянем, а что в энциклопедии Британики написано про менеджмент? Ну, мы посмотрели, листали. А там темы даже менеджмент не оказалось в энциклопедии Британики. Организационное поведение – это социология, психология организации, наука менеджмента, основанная на математических моделях. А менеджмент – то, чем занимаются миллионы людей просто в уголках планеты. В энциклопедии Британики в тот момент статьи под таким названием, даже темы, объясняющие это, не было. Меня это поразило, и я сказал: так, алло, а профессором чего же тогда я являюсь? Соответственно, обратился в словари. Давайте посмотрим, а что в словарях разных написано, что такое менеджмент. Начали искать по словам, синонимам. Тогда тоже выяснил, осознал следующее, что слово менеджмент перевести ни на один из других языков невозможно. У вас в России тоже используется слово менеджмент. У вас есть русское слово управление, но оно не совсем то же самое означает. Многие школы бизнеса в вашей стране называются школами менеджмента, то есть даже здесь используют английское слово. Французов взять, которые буквально с религиозным неистовством стараются избегать использования английских слов, они вынуждены это слово применять. Перевода, потому что нет адекватного перевода. Что же это такое? Что же это такое? Это в чем я имею степень доктора? Что это такое, что я преподаю, проповедую? Меня даже поразило то, что отсутствует в энциклопедии, там в некоторых словарях, то есть принимать решения, организовывать, координировать, управлять, манипулировать. Опа. Постойте-ка, ну-ка давайте разберемся, что это такое. Почему так много слов? Если объединить все эти слова в менеджмент, что же это значит? Организовывать, планировать, принимать решения, координировать, управлять. Что же здесь происходит? Управление – это я решаю, а вы делаете, вы исполняете. Поэтому управление обычно называется главой организации, а тело уже выполняет то, что решила голова. И лучшая часть тела – это правая рука. И поэтому я говорю: это моя правая рука. Почему? Потому что именно правая рука делает именно то, что решила голова. Поэтому управленцы называются супервайзерами, надсмотрщиками, что означает, они имеют высшее видение. И если вы посмотрите на знаки отличия у военных, чем выше вы поднимаетесь по иерархии, тем больше вы видите, тем больше у вас обзор. Вы начинаете с ветки, потом переходите свыше, выше, выше, и начинаете видеть уже очень много. То есть генералы — это звезда, они выше всех находятся. Те, которые на уровне ниже находятся, они уже подчиненные. Они уже не обычные, не ординарцы, а подчиненные. Мне эта иерархия абсолютно не нравилась. Во всех этих коннотациях
Управленцы – это элита, элитный класс общества. Они, только они знают, обладают знанием. Единственная глава, и все остальные, кроме них, получаются дураки. Мне такая ситуация не нравилась. Мне не нравилось слово «управление», «менеджмент». Я не верил в эту философию. Мне тогда люди говорили, как же вы думаете о слове «вести», «мотивировать»? Ну, если посмотреть на лидера и мотивирование, на их второе значение, что мы увидим? Вести, значит, я уже принял какое-то решение, и я буду говорить вам, что надо делать. То же самое. Или мотивировать. Тоже, опять-таки, я принял какое-то решение, а теперь мне надо решить, как заставить всех остальных делать то, что я решил. Это все очень манипулятивно. Эта теория управления, она уже в прошлом, она мертва. Почему она мертва? Потому что мир все больше становится все сложнее и сложнее. Перемены все время ускоряются, изменения происходят быстрее и быстрее. И по мере того, как изменения происходят быстрее, проблемы появляются быстрее. Сегодня у нас больше проблем, чем мы имели в прошлом. Почему? Именно из-за перемен. Почему возникает больше проблем? Потому что каждый раз, когда что-то меняется, что происходит? Что вообще само слово «перемены» означает? Это означает, что что-то происходит новое. Что-то новое появляется. И каждый раз, когда появляется что-то новое, вам необходимо принимать решение, что делать дальше, как подстроиться под новую ситуацию. Это как оказаться на перекрестке. И у вас появляется возможность пойти налево, направо. Что делать? Идти налево, идти направо, вернуться обратно. Некоторым людям очень сложно принимать такие решения. Они говорят, знаете, у меня недостаточно информации, я не знаю просто, что делать дальше. Я вообще не буду принимать никаких решений. А на самом деле он только что принял решение. Что он принял решение? Он принял решение остаться на месте. Каждый раз, когда происходит какое-то изменение, мы постоянно принимаем решение. Даже когда не принимаем решение, это уже тоже само по себе решение. Мы делаем выбор. И потому что ситуация поменялась, по определению уже, выбор принятия решения в новых обстоятельствах означает какую-то неопределенность. Вы не знаете наверняка, у вас нет всей той информации, которую вы хотели оплатить. У вас есть, она будет только после всего уже, но не во время принятия решения. Есть некая неопределенность. Но принять решение, этого недостаточно. Необходимо и воплощать ваше решение. Да, принимать решение сложно, но этого недостаточно. Многие люди решают, все, я принял решение, и на этом все, но этого недостаточно. Просто принять решение недостаточно, необходимо воплощать его в жизнь. И когда вы воплощаете его в жизнь, в этот момент появляется риск, поскольку ситуация новая, и кто знает, сработает ли решение. Принимание решения во время неопределенности, и когда появляется риск, мы называем это проблемой, и мы начинаем паниковать, о, это риск, а должен ли я это делать, не должен ли это делать. Каждый раз, когда есть перемены, есть проблемы. И по мере ускорения перемен, проблемы наваливаются на нас все быстрее и быстрее. И это называется
стресс. Современный мир стал все больше подвергнут стрессу. Если наши бабушки, дедушки принимали одно основное такое жизненно важное решение в течение своей жизни, например, переехать из деревни в город. Наши родители, например, принимали такие важные решения где-то раз в 10-15 лет, например, о смене работы. Мы же с вами принимаем решения, такие критически важные, каждые 5 лет. Я смотрю на молодых людей сейчас, которые здесь, и знаете, мне вас жалко. Вам придется делать такие критически важные решения каждый год. Ваша жизнь будет намного более стрессовая, чем наша. Наши дедушки, бабушки были богатые, но счастливые. Мы же богатые, но несчастные. Почему? Потому что жизнь ускоряется и ускоряется. Очень приятно, намного приятнее жить в Казани, чем в Москве. Именно по этой причине Москва намного более быстрый город, намного более подвергнут стрессу. И побывав в роли менеджера, я знаю абсолютно все. Когда вы менеджер, вы думаете, и в современном мире в роли менеджера думать, что я знаю все, а вы должны только выполнять, это неправильная ситуация. Мир слишком быстро меняется. Эта модель, она устарела. Это неверный взгляд на мир. Почему? Потому что проблемы становятся все более сложными. И они появляются со все большей скоростью. Давайте посмотрим на сложность этих проблем. Мир больше не независимый. Он взаимоперемежаемый, взаимозависимый. Изменения в одной части мира влияют на другие части мира практически мгновенно. Посмотрите на интернет. Это технологическая инновация, которая оказала мгновенное влияние на бизнес, моментальное влияние. Многие компании стали банкротами только потому, что люди перешли к покупкам через интернет. Вся индустрия меняется. Например, печатные компании, книжные магазины закрываются. В Америке вы больше не найдете книжные магазины. Все покупают книжные магазины, все покупают книги через Amazon. Это оказало огромное влияние на экономику, на социальное поведение. На свидания люди начинают знакомиться через интернет. Это оказало огромное влияние на политику. Например, арабская весна. Она была возможной благодаря тому, что люди могли связаться друг с другом через Facebook, через интернет, и это все привело к революции. Подумать только. Изменение в технологии оказало влияние огромное на социально-политическую жизнь. Соответственно, мир становится намного сложнее. Так что одна отдельно взятая голова или одна отдельно взятая рука больше управлять этим не может. То есть соответствующая теория менеджмента устарела. На самом деле я вам не говорю ничего нового здесь. Если вот обратитесь к врачу в соответствии с принципами медицины, врач вам скажет: прислушайтесь ко всему своему телу, потому что думает, это не только ваша голова, но все ваше тело. Каждая клеточка вашего тела обрабатывает информацию, не только ваш мозг. Соответственно, дамы и господа, мы должны разработать новую теорию менеджмента. Это особенно важно для России. Особенно актуально для России. Почему так? Мой опыт работы с российскими компаниями позволил мне обнаружить нечто интересное, чего я не вижу, не наблюдаю в других странах мира. А у меня опыт на данный момент консультирования и чтения лекций, проведения семинаров в 52 странах мира. Что такое особенное в России? Давайте начну с притчи, с рассказа. Первое, что со мной произошло,
И они, важно уже в каком институте, даже не хочу ставить в неудобное положение, использовал. Я не люблю использовать PowerPoint-презентации, потому что когда PowerPoint-ом пользуешься, ты вынужден, там, обязан пользоваться соответствующими техническими решениями, поинтерами и так далее. Я люблю поэтому пользоваться слайдами, по ошибке что-то у меня на слайдах вышло, на прозрачных пленочных слайдах, что с ними случилось, и они под углом проецировались на стену. Потом я осознал, что что-то не так, но в течение полутора часов никто в аудитории мне не сказал: уважаемый профессор, у вас слайды тут под углом, вы их кладете, видимо, неправильно. Такого ни в одной стране бы не произошло. Везде бы мне сразу же сказали: господин профессор, вы там слайды под углом положили. Везде бы начали кричать: что ты делаешь, что творишь, идиот? У тебя тут слайды не так повернуты. В России тишина. Второй раз у меня было, когда там 800 ведущих, директоров компаний, президенты разных компаний. Я взял специально уже в этот раз под углом, развернул свои слайды и решил посмотреть на реакцию. Ждал. Тишина. Никто ни слова не сказал. Потом, когда работаешь с российскими компаниями, когда в комнату входит президент компании, что происходит? Тишина. Никто не говорит. Говорит только президент. И никто не высказывает своего несогласия. Это, господа, проблема. Почему? Потому что, как я вам уже ранее объяснил, одной головы сегодня недостаточно для того, чтобы решать проблемы адекватно, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Что нам действительно нужно, это использовать столько мозгов, задействовать принятие решений, сколько возможно. В России очень умные люди, очень образованные люди, очень умное население, очень способные люди, трудолюбивые. А мы не используем те ресурсы, которые у нас в этой стране доступны. Миллионы мозгов не используются. Возьмите русского любого, засуньте его в Америку. Высока вероятность того, что он станет значимым крупным бизнесменом. Другими словами, ресурс мозгов, который имеется, мы не используем достаточно. Нам необходима новая теория, новый подход к менеджменту. Необходимо использовать ресурсы всего тела, а не только мозга. Соответственно, позвольте мне соответствующую теорию вам изложить. Вот хорошо, сейчас все говорят об изменениях. Начнем с самого слова «изменения». Каждый раз, когда имеет место какое-либо изменение, опа, а вот сейчас я теперь с проблемой столкнулся. Ага, вот. Каждый раз, когда будет происходить какое-то изменение, трансформация, будут возникать проблемы. Об этом мы с вами уже поговорили. Но позвольте мне вам следующее сказать. На китайском, например, слово «проблема» и слово «возможность» обозначается одним словом. Символ, который используется в китайском языке, в китайской литературе, концепция проблемы и возможности обозначается одним иероглифом, одним символом. Это заставило меня задуматься, поразмышлять над этим. Я считаю, что китайцы правы. Каждая проблема на самом деле может быть возможностью. Как это?
Это возможность научиться. Чему вы можете научиться из этой проблемы? Потому что каждая проблема является приглашением к познанию иного. И вот я вижу, здесь достаточно молодые люди присутствуют. Соответственно, я вам следующее скажу. Каждый раз, когда вы не используете проблему для научения, каждый раз вы будете наступать на те же грабли до тех пор, пока не усвоите тот же урок. Это то же самое, как если курс пройти не можете, вы вынуждены повторить, остаться на второй год. Жизнь сама по себе как университет. Вы постоянно учитесь посредством преодоления тех или других проблем. Ницше, философ, сказал, любое событие, которое все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Соответственно, давайте учиться. Приведу пример, теперь уже из мира профессионального. Работаю с очень состоятельным человеком. И однажды сидели мы с ним, ужинали. Звонил телефон. Когда он вернулся, после разговора, такое лицо было такое вытянутое. А что случилось, Ален? Он говорит, вот я узнал, что 20 миллионов долларов, говорит, потерял. Ну и как она чувствуется-то, когда... Как себя чувствуешь, когда теряешь 20 миллионов долларов? Я сказал, ты знаешь, что, Исхак? Только что получил урок в университете жизни, где стоимость обучения 20 миллионов долларов. Ты знаешь, я человек, которому безумно повезло. Не так много людей могут себе позволить записаться и пройти курс стоимостью 20 миллионов долларов. Поэтому я считаю себя очень хорошо. Другое дело. Вопрос только в том, смогу я экзамен сдать или не смогу. Потому что если я экзамен сдать смогу, это лучший класс, это лучший курс, который я когда-либо проходил в жизни. Если нет, тогда я просто потратил впустую 20 миллионов долларов. Вот каким образом нам необходимо относиться к любой проблеме. То есть это не проблема, это возможность. Еще вот, например, один урок из мира бизнеса. То, что для вас является возможностью, для конкурентов – это проблема. А ваша проблема – это возможность для них. Соответственно, зачем вам свою проблему превращать в их возможность? Почему бы вам свои проблемы, возможности для себя не превращать? Каждая проблема является возможностью, каждая возможность может оказаться возможностью. Когда вы видите возможность, вы схватываете ее, но вы потом выясняете, ух ты, не сработала проблема, стала проблемой. Что это? То есть это и то, и другое. Я перевел китайское слово на английский, и я назвал ее теперь возможность. Возможность-угроза. Это awkward threat, слово, которое объединяет два английских слова. Угроза или риск и возможность. И вы сами для себя решаете, что это новое событие для вас представить, будет ли это проблемой или риском, или это будет для вас возможностью. Еще одно хотел бы рассказать вам вещь. Зависит от того, кто вы, от вашей личности. Некоторые люди, они в каждой проблеме видят возможность. Это предпринимательский тип. Они на все говорят, вау, возможность. А есть другой тип людей, для которых любая возможность кажется проблемой. О боже, что теперь делать? Зависит от того, кто вы, какой вы. Как же заставить вот этот риск, возможность работать на вас? Нужно создать взаимодополняемую команду. Не одна голова, а несколько. Чтобы один говорил, ух ты, возможность, а другой обстановил и сказал, подождите-ка, давайте-ка обсудим это. Может быть, здесь есть возможность, но надо рассмотреть еще. Взаимодополняемая команда. Не одна голова, чтобы была. Две головы, три головы, много
зеркалов. Чем больше мозгов, тем лучше будет решение. Итак, взаимодополняемая команда. Если такая команда есть, мы будем принимать лучшего качества решения. Мы уменьшим степень неопределенности. Кто-то, каждый по отдельности, я вижу, например, маленькую картину, ты видишь большую картину, я вижу точку, ты видишь горизонт. Мы видим разные углы, разные стороны ситуации. Именно поэтому мы сможем принимать лучшего качества решения. Дальше, что вам необходимо для реализации этого решения? Что сможет сделать воплощение решения успешным? Как можно уменьшить риск? Если бы у всех людей необходимо было был один общий интерес при реализации решения. Не так, что у меня есть свой интерес, а вы все здесь будете служить для меня, выполнять мои решения. Нет, это неправильно. Важно, чтобы все были в равной степени заинтересованы. Мы все вместе, мы как управленцы работаем вместе. У нас есть общий интерес. Это уменьшает риск. При отсутствии такого общего интереса люди будут подставлять под риск это решение. Они думают, начинают, да какого вообще мне, что мне здесь светит, для чего мне вообще все это нужно? Опять-таки, возвращаемся к командной работе. Большое количество голов, работающих вместе, учась друг у друга, принимая лучшие решения, и совместно воплощая эти решения. Слышите слово «командная работа»? Это абсолютно новая парадигма. Так что же менеджмент, что такое управление? Управление – это решать и принимать решения и воплощать их, которые связаны с возможностью и рисками, вызванными переменами в окружении. Каким образом? Работая совместно. Это может казаться сложным с теоретической точки зрения. Поэтому я использую символы для того, чтобы передать эту новую парадигму управления. Дамы и господа, посмотрите на мою руку. Видите мою руку все? Что вы здесь видите? 5 разных пальцев. 5 разных пальцев, которые вместе работают как одна рука. И вы понимаете, что когда вы переживаете какую-либо церковь, любой храм, любой религия, вы можете наблюдать кое-что интересное. Все святые стоят вот так. Почему они стоят так? В такой позе? Что вы здесь видите? 5 пальцев вместе. 5 разных пальцев вместе. Это взаимодополняющая команда, которая работает вместе, слаженно. На Ближнем Востоке, если вы поедете туда в качестве туриста, вам всегда предложат хамсу. Это вы увидите, это такой орнамент, украшение, которое люди, женщины вешают к себе на грудь или на стены вешают. И оно означает единство разного. А когда кто-то хочет показать вам отвержение, то они показывают такой знак, что это как проклятие. Когда вы показываете различия, не отсутствие совместной работы. То есть вместе мы или не вместе мы. И это применимо не только к бизнесу. Моя теория менеджмента применима не только к бизнесу. Она применима и к личной жизни, к браку. Брак – это союз двух разных людей,
вместе они или не вместе? Это применимо к стране? В чем различие между Швейцарией, например, и Югославией? Швейцария могла бы быть такой же катастрофой, как и Югославия. Французы, итальянцы, немцы живут вместе. Ну, вообще, что можно придумать страшнее? Но, тем не менее, они живут вместе. А Югославия перестала быть Югославией. Я обнаружил, что мне покажется интересным, действительно очень интересным, это Татарстан, когда я вижу церковь и мечеть, стоящие рядом. Именно это делает Татарстан преуспевающим регионом. Единство различий. Как вы думаете, какой палец самый важный, дамы и господа? Не этот палец. Это правый палец, это правильный палец. Когда страна начинается, когда, например, помните революционную статую с всадником, который пока указывает пальцем вверх? Все они стоят в такой позе. Когда вы маленький ребенок, когда вы говорите с маленьким ребенком, да, вы указываете ему, что делаете, что делать. Но когда ребенок вырастает и уже перестает быть ребенком и становится 40-летним мужчиной или женщиной, вы уже не указываете ему, что делать. Вы переходите от этого пальца к какому пальцу? От этого? Как вы думаете, следующий палец какой самый важный? В некоторых, кстати, языках это даже пальцем-то не называется. Вот этот палец. Почему? Потому что это единственный палец, который работает со всеми остальными. Если у вас нет большого пальца, у вас, как считаете, руки нет. В некоторых руках, в некоторых языках он вообще называется не палец, а то, что делает руку рукой. И это вот и есть, дамы и господа, новая парадигма управления. Не вот это палец, который координирует, управляет, манипулирует, правит. Нет, нет, больше это неприемлемо. Вот в чем заключается новая парадигма. Вы строите команду, работаете вместе. У меня нет знания абсолютно всего. Я в первую очередь равный, один из равных. И вместе мы можем принимать лучшие решения, потому что мы видим разные вещи, мы смотрим на вещи разной стороны, и мы всегда ищем один общий интерес. Поэтому какие компании в будущем будут преуспевать? Какие страны в будущем окажутся более успешными? Те, которые могут сохранять свои разнообразие, оставаясь вместе. И опять-таки я не говорю вам чего-то, чего вы так или иначе в газетах не видите. Мне кажется, сегодня мы с вами все проживаем Третью мировую войну. Она очень сильно отличается от Первой и Второй мировой. Третья мировая – это глобальная война. Даже не столько культур, сколько философий. Это война между теми, кто верит в разные точки зрения, и теми, кто не верит в разные точки зрения. Различные радикальные религиозные движения. Самое известное сейчас, самое крупное на повестке дня – это исламские террористы, которые не верят в возможность разнообразия. Либо вы с нами, либо вы мертвы. И, кстати, вот эта война между теми, кто верят в разнообразие, и теми, кто не верит, началось там тысячи лет назад. Это не что-то новое началось. Это между Спартой и Афинами. Даже во времена мировых войн это
Это были войны между теми, кто верили в тоталитарные режимы, и теми, кто верили в демократию. Другое дело, сейчас ситуация намного более опаснее, потому что в нашем распоряжении имеются ядерные вооружения, водородные бомбы. 20 век – самый опасный век, самый страшный век в истории человека, потому что за 20 век люди убили большее количество людей, чем за всю предыдущую историю человечества. Весь 20 век был настолько ужасный. Представьте себе, что мы можем натворить в 21 веке, имея в нашем распоряжении все эти вооружения массового поражения. И, соответственно, эти войны между теми, кто верит в единство разного, различного, и теми, кто в это не верит. Это, по большому счету, в 21 веке мы сейчас достигли ситуации борьбы между старой парадигмой менеджмента и новой парадигмой менеджмента. Соответственно, хорошо, а как нам все вот это разнообразие удерживать вместе? Вот на этому я, по большому счету, посвятил свою жизнь. Почему? Потому что мы все разные. Один видит далеко, другой на далеком расстоянии, другой видит нечто на близком расстоянии. Один видит в этой ситуации слишком высокие риски, другой не видит никаких рисков. Да, мы разные. Как нам работать-то вместе? Я знаю, почему нам нужно работать вместе. Я знаю, что нам нужно работать вместе. А как работать-то? Отражение этого вы найдете в моих книгах. И по большому счету это можно резюмировать следующим. Командная работа и командное решение, научение друг у друга, возможно при взаимном уважении. А что такое взаимное уважение? Философ Эммануэль Кант говорит, уважение – это когда вы признаете право другого человека смотреть или думать иначе. Вам совсем не обязательно думать таким, воспринимать то или другое так же, как я. Это нормально, что вы думаете, воспринимаете что-то по-другому. Вы обладаете собственным суверенитетом. У вас есть неотъемлемое право думать и воспринимать ситуацию по-другому. А почему я могу быть заинтересован позволить другому человеку думать иначе? А потому что это может позволить мне чему-то научиться. Что это вы видите такого, чего я не вижу? О чем вы думаете? О чем я не думаю? Таким образом, вы получаете выгоду от разнообразия, потому что вы способны научиться чему-то от людей, у людей, которые думают по-другому. От людей, которые думают так же, как вы, у этих таких людей, вы ничего научиться не можете. Вы можете научиться чему-то, познать что-то новое только через людей, благодаря людям, которые не думают, смотрят на мир иначе, не так же, как вы. Вот это называется взаимным уважением. И это своего рода ментальный подход, который мне подсказывает следующее, что в старой парадигме менеджмента менеджеры нос задирали. Они всегда считали, что я руководитель, я все знаю. Вы только подчиненные, поступайте так, как я говорю. Я тот самый умный. Вновь парадигме менеджмента. Хороший менеджер – это скромный человек. Мы все люди. У вас собственное мнение, у меня другое мнение. Я совсем не обязан с вами соглашаться, но давайте послушаем, что вы можете сказать. Может быть, я чему-то из этого смогу научиться. Скромность. Умение не согласиться, сохранить свое мнение, не обязательно споря. Если в старой парадигме менеджмента менеджер с большим ртом и маленькими ушами, в новой парадигме наоборот,
маленький рот и очень большие уши. Большая. Все по-другому. Ну а как относительно конфликта реализации? Опять-таки ведь речь идет о конфликте интересов, ваших интересов, моих интересов. Как нам быть в такой ситуации? Вот вы хотите рисковать, я не хочу. Вы хотите двигаться быстро, я хочу двигаться медленно. Я хочу денег, вы хотите времени. Как нам разрешить этот конфликт? Конфликт наших личных интересов. Это нормально, то, что он есть. Абсолютно естественно, что соответственно подобный конфликт имеет место. Что мы делаем? Как мы поступаем в такой ситуации? Перед тем, как ответить, продолжить, я должен себе напомнить, господа, я в университете, в котором в свое время учился Владимир Ильич Ленин, соответственно, надо немножечко марксизма затронуть. Каждый раз, когда у нашей команде члены взаимодополняющие, а менеджмент это всегда взаимодополняющая команда, каждый раз, когда вы та или другая команда будет взаимодополняющей, обязательно в этой команде будет конфликт. Конфликт есть в браке, конфликт есть в любой стране. Это конфликт мнений, потому что я думаю по-другому, иначе, чем вы. Конфликт интересов, соответственно, конфликт – это штука естественная. И чем больше будет изменений, тем больше будет конфликтов. Чем больше изменений, тем больше конфликтов. Конфликт может быть деструктивным. Он уничтожает страны, разрушает браки, разрушает партнерские отношения между компаниями. Соответственно, как нам быть-то? Раньше сказали, что надо работать вместе, а как работать-то, если так много конфликтов? Что делать? Вот, знаете, Карл Маркс нашел в этом решение. Продиагностировал он все верно, а вот рецепт он прописал катастрофический. Он его увидел. Он жил во времена индустриализации Европы, масштабные времена масштабных изменений. Он осознал, вау, ту боль, которую испытывали рабочие. Соответственно, марксизм был поиском преодоления конфликта принятия решения нет. Почему? Диктатура пролетариата. Одна партия, одно мышление, не допускаем никаких конфликтов. Все. Конфликт интересов не будет такого. Общество без классов, один класс. Все одинаковые, никаких конфликтов. Как только прекращаются конфликты, что еще прекращается в этот момент? Перемены. Советский Союз был в замороженном состоянии. Потом начались перемены. И что произошло? Вся страна развалилась. Секрет, вопрос в том, как сделать этот конфликт конструктивным. Избежать их невозможно, остановить их невозможно. Да и не надо их останавливать, не надо останавливать конфликты. Конфликт – источник энергии. Это как водопад. Электричество можно, водопад может привести, создать электричество или может привести к наводнению. Это ваш выбор. Будет ли конфликт разрушительным для вашей жизни или будет он конструктивным? Но как сделать его конструктивным? В первую очередь должен быть взаимное умножение. Мы должны учиться друг у друга. Конфликт – это классно. В конфликте мы узнаем что-то новое, о чем раньше не знали, даже не догадывались. Я ценю это в тебе. Спасибо, что я узнал это от тебя. Вот как надо относиться к конфликту. Это коллегиальность, коллега. Вы знаете, что, откуда происходит слово коллега? Это значит коллего из латинского, означает, что вы пришли вместе. Вы начинаете что-то вместе. Но как? Каким образом? С помощью
несогласие с уважением. Что происходит в таких случаях? Я учусь у тебя, ты учишься у меня, мы учимся друг у друга. Что для этого необходимо? Что необходимо, чтобы конфликт интересов работал на вас? Не пытайтесь отрицать его. Это естественно, когда возникают конфликты. Это нормально. Особенно в результате перемен. Даже когда у нас есть взаимный интерес, общий интерес, все равно во время изменений происходят и изменения в интересах. Вы хотите что-то одно, я хочу чего-то другого. Что же делать? Перемены — это сама жизнь. Нет перемен — нет жизни, только смерть. И как мы говорим в английском языке? В английском есть такая пословица, поговорка. Жизнь — это когда ты берешь и даешь, это обмен. Что такое счастливый брак? Это взаимообмен. Хорошая дружба, успешная дружба. Опять-таки, обмен, даешь, берешь. И у меня во всех языках есть это высказывание. И мне интересно, в татарском интересно, есть что-то такое или нет. Но если это тюркский язык, то в турецком есть похожая фраза, но она начинается со слова «давать», «давать и брать». В арабском то же самое. Не «брать и давать», а «давать и брать». В сербском языке жизнь — это «дашь-то дашь». То есть означает «бери сколько можешь». Огромное различие, огромная большая разница. Когда вы говорите, что жизнь — это давать и брать, это подразумевает доверие. Я доверяю тебе, я даю тебе. Я не обязательно возвращать. Например, я приглашаю тебя на ужин, и я плачу. Ну, в следующий раз ты меня пригласишь, ты заплатишь. Что здесь мы видим? В какой-то момент возникает конфликт интересов, но если есть доверие, все само собой разрешается со временем. Само все разрешится, все само сбалансируется с течением времени. Но когда вы говорите, жизнь — это брать и давать, тогда вы берете, а потом решаете, давать или не давать, естественно, здесь нет доверия. И тогда конфликт интересов становится деструктивным, разрушительным. Как же интегрировать? Как вы используете основное правило? Вы практикуете доверие. Как вы делаете этот конфликт конструктивным? Устанавливая культуру, развивая культуру взаимного доверия и уважения. В чем заключается эта новая парадигма? Работать над самым важным активом, который есть у компании. Я здесь вижу огромное количество студентов менеджмента. Пожалуйста, услышьте меня сейчас. Новая парадигма управления. Если я спрошу вас, в чем заключается самый важный актив компании? Бухгалтер вам скажет, давайте посмотрим на реальную ценность, на имущество, сколько, например, запасов нефти у нас есть. То же самое с экономистами. Они смотрят на это по-другому. Мы же смотрим на это по-другому. Как основной актив, который у вас есть, как у человека, как у компании, как у страны, это не то, что у вас есть. Не то, что у вас есть. Это то, чем вы являетесь. То, что вы не сможете продать. То, что вы не можете продать. Вы не можете продать свою культуру. Вы не можете продать то, кем вы являетесь. Вы являетесь этим. Что есть у Швейцарии? Снег. Все. Ни нефти, ни газа, ничего. Что есть в Японии?
ничего. На Южную Африку, там все есть, золото, алмазы. Но посмотрите на карту. Трудно сказать, глядя на Японию и Швейцарию, что у них ничего нет. У них есть то, что самое ценное вообще для любой системы. У них есть культура взаимного доверия и уважения. Я думаю, что это есть и в Татарстане. Но должен предупредить вас. Годы нужны для того, чтобы построить это, и всего лишь минуты на то, чтобы разрушить. Сколько времени нужно для того, чтобы построить высотку, и сколько нужно, чтобы разрушить ее? Новый менеджмент, новые менеджеры в качестве лидеров, их позиция уже не должна быть такой элитарной. Я лидер, я вам буду говорить, что делать. Новый лидер, он строит и развивает, подпитывает культуру. Культуру взаимного доверия и уважения. Это применимо к семейной жизни, к роли родителя, к роли менеджера, управляющего в компании. Большое спасибо за возможность выступить перед вами.